Вот уже более полувека версия Тарга – неотъемлемый атрибут семейства Porsche 911. История этого кузова началась в 60-е. Тогда власти США начали войну против традиционных кабриолетов. У пассажиров открытых машин при опрокидывании практически не оставалось шансов на спасение. В ответ инженеры Porsche нашли крайне изящное решение. Они оставили на месте задние стойки кузова, сделав центральную часть крыши съемной. За все время концепцию этого типа кузова меняли несколько раз. Но Тарга новейшей 992 серии сохранила ту же конструкцию, что и была на спорткарах прежнего 991 семейства. Это значит, что панель крыши из магниевого сплава убирается под колпак заднего стекла, который во время трансформации отъезжает вверх и назад. Поднимать и убирать крышу можно по-прежнему только во время стоянки. Хотя теперь эта процедура выполняется на секунду быстрее, чем раньше. При этом система имеет электронную страховку. Если сонары обнаружат помехи на расстоянии ближе, чем 50 сантиметров, то сложить и разложить крышу не получится. Из других интересных новшеств отметим систему Smart Lift. Сервоприводы на передней оси позволяют при необходимости увеличивать дорожный просвет на 4 сантиметра. Как и прежде, Тарга имеют лишь полный привод. Оба варианта имеют 3-литровые оппозитные битурбомоторы, а основной коробкой передач заявлен 8-ступенчатый робот ПДК. При желании для более мощной Тарги можно заказать и 7-ступенчатую механику. В этом случае клиент дополнительно получит пакет «Спортхрона». В этот набор входят активные опоры двигателя, автоматическая перегазовка, система выбора ездовых режимов, трековое приложение и датчик температуры шин. Обе модификации оснащены адаптивной подвеской, а у Эски вдобавок присутствует электронно управляемый задний дифференциал. Для базовой версии последней лишь опция. Еще Targa 4S отличается системой векторизации тяги, а также возможностью заказать подруливающие задние колеса и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Цены уже объявлены. В кузове Targa новый 911 стоит чуть дешевле кабриолета. Появление живых машин придется подождать до сентября.